Безумно можно быть первым. Привет, ребята, опята. Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И не так давно я в своей вкладке сообщества писала целый пост, чтобы вы написали любимые песни группы Нервы. Вы очень много написали, я все это выбрала, прочекала. И сегодня мы с вами разберем одну из их песен под названием «Нервы». То есть мы будем разбирать «Нервы», песня «Нервы». Ну а перед началом этого разбора я напоминаю тебе, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами стали на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. Тем более нам с Пепочкой будет очень сильно приятно видеть тебя в своих рядах. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот так вот у тебя будет выглядеть эта песня. Снова праздник, снова ты. Не в тему, снова падать с высоты, биться головой об стену. Ты прекрасна, ты молчишь, но я слышу твои слезы. Мне все ясно, ты кричишь, черту эти розы. Знаешь, я теряю свободу, я теряю тебя, и я теряю голос. Попадаю в небе, снова рождаюсь после дождя, поиски белых полос. Для тебя никто, и что я вообще могу тебя не первый, чтобы между нами осталась эта нелепая нить. Я разрываю нервы, эй, я разрываю нервы, эй. Разбор на укулеле. Вся песня строится у нас на четырех аккордах. Первый аккорд, который нам понадобится, аккорд Б бемоль. Мы зажимаем баре на первом ладу. Если ты до сих пор не умеешь играть баре, то у меня есть целый видос на канале, обязательно посмотри. Так вот, мы зажимаем баре на первом ладу, далее зажимаем третью струну на втором ладу и четвертую струну на третьем. Следующий аккорд, аккорд АМ. Мы просто зажимаем четвертую струну на втором ладу. К этой же конструкции мы добавляем вторую струну на первом ладу и третью струну на втором ладу. И получается аккорд ДМ. И последний аккорд, аккорд Фа. Мы с этой конструкции просто убираем третью струну со второго лада. И получается у нас оставляется четвертая струна на втором ладу и вторая струна на первом. Вот тебе аккорд Фа. Теперь соединим эти аккорды полностью. Б бемоль, АМ, ДМ, Фа. И на протяжении всего куплета будет это самая последовательность аккордов, то есть Б бемоль, АМ, ДМ, Фа. В припеве мы не будем играть с вами аккорд Фа, то есть у нас в припеве останется Б бемоль, АМ, ДМ. Первые четыре строчки мы будем просто играть удар вниз на каждый аккорд, получается. Снова праздник, снова ты. И моя любовь не в тему, снова падать с высоты, биться головой об стену. И вот на об стену тут лучше сыграть, конечно, не удар вниз, да, вот на вот это бемоль, а уже начинаем с вами играть бой. Бой будет следующий. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И этот рисунок бой мы будем играть на каждый аккорд по одному разу. То есть это на последние четыре строчки куплета. Теперь давай мы с тобой это все соединим. Снова праздник, снова ты. И моя любовь не в тему, снова падает с высоты, биться головой об стену. Ты прекрасна, ты молчишь, но я слышу твои слезы. Мне все ясно, ты кричишь, черту эти розы. И далее в припеве мы также продолжаем с вами играть этот самый бой. Единственное, аккорд ДМ мы с вами будем играть два раза. Получается. Знаешь, я теряю свободу, когда теряю тебя, и я теряю голос. Попадаю в небе, снова рождаюсь после дождя, поиски белых полос. Для тебя никто, и что я вообще могу изменить? Я для тебя не первый, чтобы между нами осталась эта нелепая нить. Я разрываю. А на последнюю строчку припева на слово «Я разрываю нервы» перед этой самой строчкой есть два аккорда, то есть Б бемоль и АМ. То есть у нас он служит как, скажем так, проигрыш. Так вот, и причем на вот эти два аккорда мы будем играть по 4 удара вниз на каждый аккорд. То есть раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. А на ДМ мы также продолжаем с вами играть тот же самый бой два раза. Давай теперь соединим, что должно у тебя получиться. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре.
теперь давай соединим полностью сам припев. Значит, теряю свободу, когда теряю тебя, и я теряю голос, пропадаю в небе и снова рождаюсь после дождя. Поиски белых полос, для тебя никто, и что я вообще могу изменить? Я для тебя не первый, чтобы между нами осталась эта нелепая нить. Я разрываю нервы. Дальше мы с вами также продолжаем второй куплет играть тем же самым способом. Единственное, вы можете первые четыре строчки не играть на каждый аккорд по удару, а уже сразу делать полностью бой на целый куплет. В принципе, вот вся и песня. Ну, если тебе понравился этот разбор, то можешь поставить свой лайк. Также обязательно пиши в комментарии, какие следующие песни и мелодии мне разобрать. И напоследок хочу тебе напомнить, если ты хочешь поддерживать все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Boosty. Например, вот эти ребята это уже делают, получают клёвые ништяки от меня и весь раздаточный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!